Привет, ребята, с вами Олег Кошевой, рад вас приветствовать на моем канале, канал, лайв-канал, Олег Кошевой Лайв. Сегодня хотел вам показать кое-чего, что я приобрел для того, чтобы канал был лучше, чтобы качество увеличилось. Но сейчас пока сидел, паковал посылочки, которые я отправлю тем ребятам, которые на стриме победили. Вот они, три места. Еще добавляется еще один приз. Это все призы. Рыбка уходит. Вот. Приобрел вчера буквально. Это удивительно просто. Вы помните, наверное, вот я недавно скидывал, что в Китае я покупал за 1300 рублей штатив. Штатив был такой, ну просто пришел поломанный, во-первых, а во-вторых, хлипкий и очень дорогой. Вчера был в Москве. Посетил магазин, но у меня вообще везет иногда на магазины, особенно на Шан. Там побыл и думаю, дай пройдусь по электронике, посмотрю. Захожу в электронику и вижу, что лежат штативы. И самое интересное, что на них распродажа. У меня точно так же была история с моими лопатами Fiskars. Покупал лопаты, которые сейчас стоят 1800 рублей по 300 рублей. И вот эти штативы. Они, их цена 3, 4, 5, 6 тысяч. В Китае даже сейчас. Смотрите, какие они, сейчас я вам покажу. Я же приобрел намного дешевле. Намного дешевле этот штативчик. И действительно, вещь качественная и хорошая. По сравнению с тем китайским штативом, который я купил, этот намного круче и лучше. Эта модель китайская, она выдерживает вес камеры до 3 кг. Высота у него до 1,5 метра подъема. Вот такой фирмы. AeroPro штатив. Трипут. Ну, я не знаю, это не реклама просто. Вот написано. Он сам весит 1,7 кг. Масса нагрузки 3,5 кг. А высота 161 сантиметр можно поднять. Минимальная высота 65 сантиметров. Шикарный штатив, сделан мощно, действительно, под крутую или тяжелую, или зеркалку можно поставить, или ну, любая камера, в общем, на него станет, и он будет твердо стоять на своих ногах. Вот так мне повезло этот раз. Ездил покупать подарки жене, девочкам, моим дочкам, и заодно еще купил себе подарок. Такой мне вышел подарок. Вот штативчик. Мощный, хороший. Действительно, для профессиональной съемки. О, прямо. Ну, прямо то, что я хотел. Также, ребят, купил, не знаю, буду это использовать, не буду, вот такую штуку. Не знаю, знаете вы, не знаете, видели, не видели. Это игра. Можно будет эту игру использовать на стримах. С Русей будем играть. Крутить рулеточку. Вот. Так, хоп. Какое число выпадает, столько раз надо будет прокручивать. Вот такая штука. Три раза выпало, так кручу. Раз, оп, видите? И попало в лоб, в нос. Вот сюда выдавливается пена или сливки для торта. Вот так сидишь и какое число вышло и крутишь. Делаешь ставки, кто победил. Раз, два, ну тут идет три, четыре. Такое число не угадаешь, в общем. Оп, шесть. И так далее можно играть. Вот два, три, четыре. То есть это каждый раз разное число выпадает вот в этой штуке. Так что будем с Русей так играть. Наверное. Посмотрим. Также хотел еще показать вам то, что пришло мне, то, что я давно ждал. То, что я давно ждал, то, что мы вместе с вами заказывали. Так, где же мой ножик? Ножичек был тут. Кто-то его усвистел. Ну что, поехали. Пришла посылочка. То, что вы донатили на стримах, на основном канале. Мы этого дождались, и теперь вот она у нас в руках. Вот у нас в руках эта вещь. Благодаря вам, чего мы собрали. Немножко я добавил своих денег.
которых не хватало. И вуаля, вуаля, за пару недель посылочка дошла. Вот она. О-хо-хо. Ребята, дождался. GoPro Hero 5. Скрытая, проверенная таможней, но целая. Ах, пахнет новым Китаем. Я не знаю, надо делать обзор, не надо. Вы напишите тогда в комментарии под этим видео. Там мы уже решим. Ну, всем спасибо, кто участвовал в этом деле. Я думаю, качество видеосъемки улучшится. Она снимает 4К уже может, и она влагозащищенная. И тут уже есть стабилизация в этой камере. Все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Олег Кошевой, пока-пока, увидимся.